Пауки – редкое исключение в природе, когда целый отряд животных является облигатными хищниками. Все виды пауков, кроме одного, питаются только живыми организмами, которых сами же и ловят. Мертвые насекомые и мелкие животные членистоногих не интересуют. Ученые считают, что на планете насчитывается 42 тысячи видов пауков, живущих в настоящее время. Но сколько в мире пауков, на самом деле, никто с уверенностью утверждать не может. Мелкие виды животных и сегодня открывают чуть ли не каждый год, а на планете еще достаточно неисследованных полностью лесов и джунглей. Пауки же – мастера маскировки. Разновидности пауков отличаются друг от друга размерами, длиной лап, формой и размером хелицер, ядовитостью. Паук может быть покрыт щетиной или быть гладким. Может плести ловчую паутину или рысь норки. Но у всех видов пауков есть общие признаки, позволяющие отнести их к отряду паукообразных. Как правило, у обычного паука 6 пар конечностей. Но человек может заметить всего 4 пары, поскольку из двух первых из них сформированы органы питания и осязания. Тело животного имеет 2 отдела. Это головогрудь и брюшко, которые соединены между собой тонкой перемычкой. Если внимательно исследовать паука, то можно обнаружить, что головогрудь также имеет определенное разделение с помощью тонкой бороздки на грудную и головную части. На грудной части растут конечности, за счет которых животное перемещается и плетет паутину. На головной части паука расположены глаза, ротовой аппарат, хелицеры, образованные первой парой конечностей, педипальпы, образованные из второй пары конечностей. Они служат для паука как органом осязания, так и инструментом для ловли и удерживания насекомых. Основная часть видов располагает 8 глазами, хотя численность глаз зависит от среды обитания. Так, пауки, обитающие в пещерах, куда не поступают солнечные лучи, глаз, как таковых, не имеют. Как ни странно, но органы продления рода пауков также расположены на педипальпах. Почти все пауки, за исключением одного вида, хищники, и в основном ведут наземный образ жизни. При этом все их виды подразделяются на оседлые, которые не бегают за своей добычей, а, развесив паутину, чинно подстерегают ее в засаде, и на бродячие, которые паутину не сооружают и в поисках добычи могут преодолевать значительные для них расстояния. Видят они неважно. Только у пауков-скакунов, благодаря глазам, располагающимся вокруг их головы, угол обзора почти равняется 360 градусам. Кроме того, скакуны неплохо различают цвета, форму и размеры объектов и достаточно точно вычисляют
расстояние до них. Большинство видов бродячих пауков ведет образ жизни активных охотников. Так, те же скакуны умеют в прыжке преодолеть расстояние, значительно превышающее длину их тела. Пауки, плетущие ловчие сети и при помощи них охотящиеся на насекомых или других некрупных животных, как правило, менее активны. Они не обладают такой прыгучестью, да и поджидать свою добычу предпочитают, сидя в засаде. И только когда та попадается в паутину, подбегают к ней. Пауки растут постоянно, но из-за того, что их тело покрыто плотной хитиновой оболочкой, они могут вырастать только до тех пор, пока их рост не будет остановлен экзоскелетом. Как только животное дорастает до размеров хитиновой оболочки, у него начинается линька. Перед ней паук перестает питаться и спешит спрятаться в укрытие, чтобы его никто не мог побеспокоить, пока он будет сбрасывать с себя старую кожу и обзаводиться новой. Сам процесс линьки, в зависимости от вида и размеров животного, занимает от 10 минут до нескольких часов. Какое-то время перелинявший паук сидит в укрытии, так как новая хитиновая оболочка еще совсем мягкая и не может служить надежной защитой от хищников. Но как только хитиновый экзоскелет затвердевает, паук покидает укрытие и возвращается к прежнему образу жизни. Продолжительность жизни большинства видов не превышает один год. Однако пауки-птицееды способны прожить до 8-9 лет. Пауки обитают повсеместно и распространены во всех уголках земного шара. Не живут они только в районах, где поверхность Земли круглый год скрыта под ледяным панцирем. Число видов в странах с влажным и жарким климатом больше, чем в умеренном или холодном. За исключением нескольких видов. Пауки являются наземными жителями и обитают в построенных гнездах или норках, проявляя активность ночью. Пауки – довольно оригинальные существа, которые очень интересно питаются. Некоторые виды пауков могут не есть длительное время – от недели до месяца и даже года. Но уж если начнут, то мало что останется. Интересно, что вес пищи, которую могут съесть все пауки в течение года, составляет несколько раз больше, чем масса всего населения, проживающего в наше время на планете.
как и что едят пауки. В зависимости от вида и размера, пауки добывают пищу и питаются по-разному. Одни пауки плетут паутину, тем самым организуя хитроумные ловушки, которые насекомым очень сложно заметить. В пойманную добычу впрыскивается пищеварительный сок, разъедающий ее внутренности. Через некоторое время охотник втягивает в желудок образовавшийся коктейль. Основу рациона пауков составляют насекомые. Маленькие пауки с удовольствием едят мух, комаров, сверчков, бабочек, мучных червей, тараканов, кузнечиков. Пауки, которые живут на поверхности почвы или в норках, употребляют в пищу жуков и прямокрылых. А некоторые виды способны затащить к себе в жилище улитку или дождевого червя и там спокойно их съесть. В задней части брюшка паука располагается от 1 до 4 пар паутинных желез, так называемых паутинных бородавок, из которых выделяется тонкая ниточка паутины. Это особый секрет, который в наше время многие называют жидким шелком. Выходя наружу из тонких предельных трубочек, он твердеет на воздухе, а получившаяся в результате ниточка оказывается такой тонкой, что ее довольно сложно увидеть невооруженным глазом. Для того, чтобы сплести паутину, паук растопыривает свои предельные органы, после чего дожидается легкого ветерка, чтобы сплетенная паутинка зацепилась на близлежащей опоре. После того, как это произойдет, он перемещается по вновь созданному мостику спиной вниз и начинает плести радиальную нить. Когда будет создана основа, паук двигается по кругу, вплетая в свое изделие поперечные тонкие нити, которые достаточно липкие. Размножаются пауки половым путем. При этом, хоть оплодотворение и внутреннее, но не прямое. У большинства видов распространены ритуалы ухаживания, имеющие самые различные формы. Но у некоторых из них ухаживать за самкой не принято. Они просто спариваются без долгих церемоний. У некоторых видов ключевую роль в привлечении партнера играют феромоны, выделяемые самкой. Именно учуяв их, самцы находят своих будущих партнерш. У отдельных же видов принято исполнять перед самкой своеобразный танец, привлекающий внимание партнерши. После того, как ритуал завершен,
и происходит оплодотворение, самки некоторых пауков поедают своих партнеров. Но большинству самцов все-таки удается избежать участи быть съеденным своей партнершей. С яйцами паучихи поступают по-разному. Пауки-синокосцы, например, небольшими скоплениями откладывают их в землю. Но большинство видов сооружают специальные коконы, в которые помещаются до 3000 яиц. Паучата вылупляются уже полностью сформированными, хоть и отличающимися цветом от взрослых особей. После того, как малыши появляются на свет, самки некоторых видов какое-то время заботятся о них. Так паук-волк переносит их на себе, а самки некоторых других видов делятся с детенышами добычей. Обычно паучихи опекают своих детей до их первой линьки, после чего те уже бывают в состоянии сами о себе позаботиться. В природе у пауков немало врагов, которые не прочь ими закусить. К их числу относятся птицы, а также другие позвоночные, амфибии и рептилии, например, саламандры, гекконы, игуаны, а также млекопитающие, к примеру, ежи или летучие мыши. Невозможно подсчитать, сколько в мире пауков. На настоящее время известно около 42 тысяч их видов. Большинство из них вполне благополучны. Однако имеются и виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Несмотря на то, что укусы некоторых пауков могут привести к смерти людей и домашних животных, опасность пауков зачастую бывает сильно преувеличена. На самом деле, мало кто из них настолько агрессивен, чтобы стал кидаться на спокойно идущего мимо или остановившегося поблизости от него человека. Большинство видов проявляют агрессию только в случае, когда опасность грозит им самим или их потомству. Даже печально известная черная вдова или каракурт не станут нападать без причины. Они, как правило, слишком заняты своими делами, чтобы обращать внимание на людей, если только те сами не пытаются им навредить. Ошибочно думать, что раз пауки ядовиты, то значит они вредные животные, которых нужно уничтожать. Наоборот, эти создания оказывают неоценимую услугу людям, существенно сокращая численность вредных насекомых, в том числе и тех,
которые переносят различные инфекции. Если пауки исчезнут, то биосфере Земли будет нанесен сокрушительный, если не смертельный удар, так как ни одна экосистема, в которой они живут, не сможет без них существовать. Именно поэтому люди должны заботиться о том, чтобы численность этих полезных животных не становилась меньше, а ареал обитания каждого из ныне существующих видов не сокращался. Как правило, несчастные случаи, связанные с пауками, происходят, когда человек либо пытается схватить паука, или, например, разрушить его паутину. Либо просто бывает невнимателен и, не заметив притаившегося паука, случайно придавливает его.